Привет всем бравым гардианам, с вами вновь команда канала Triple Vibe и я Джонни Лейни. В предыдущем ролике мы разбирали битву с боссом сестрами Ир-Анук и Ир-Халак. Битва с Ориксом проходит в той же локации. Король выходит к вам, когда вы подойдете ближе к светлячку на самой дальней точке локации. Орикс огромен и зол, и чтобы его остановить, вашей команде нужно проявить предельную слаженность и показать лучшую командную работу. Итак, перейдем к механике боя. После того, как Орикс появляется на центре, слева и справа от него появляются небольшие отряды тейкенов. Сосредоточьтесь на них. Также на двух боковых платформах будут появляться найты. Не забывайте про них и постарайтесь убить их как можно скорее. После того, как все будет зачищено, Орикс перейдет на левую или правую сторону корабля и ударит кулаком по одной из кнопок. К этому моменту у каждой из четырех кнопок уже должно находиться по одному игроку. Вспоминаем механику боя с ведьмами. Поочередное нажатие, невидимые платформы, все в точности так же. Итак, после удара кулаком на кнопке появляется релик. Сначала на эту кнопку запрыгивает реликоносец. Затем второй гардиан, который в дальнейшем будет удерживать эту кнопку. За ним в порядке очереди против часовой стрелки на свои платформы прыгают остальные гардианы. После активации каждой кнопки, рядом с ними в углу появляется огр. Его нужно убить как можно скорее. Так что не жалейте на него ни гранат, ни хэви-патронов. На месте его убийства остается черный шар, будьте осторожны и не подходите к нему раньше времени, расскажем о них дальше. Игрок, который в невидимом состоянии прыгает по платформам, в это время берет на последние ступени второй релик и спрыгивает к месту, где Орикс явился нам впервые. Там появляется желтый найт с куполом. Как и при битве с сестрами, купол нужно забрать, зажав клавишу квадрат. Все игроки должны как можно скорее зайти под купол к реликоносцу и убить этого найта. Примерно в это же время Орикс вновь ударит по платформе. Этот удар будет означать, что пора уделить внимание и королю. Запрыгиваем на платформу, по которой был нанесен удар, ждем мгновения, и Орикс обнажит свою грудь, по которой вам необходимо нанести максимальное количество урона. Используйте фьюжн и снайперские винтовки, пулеметы или скаутку Touch of Malice. Эти виды оружия приоритетны. Можно наносить урон из центра локации, но с точки количества наносимого урона больше в разы. Орикс, обнажив грудь, разведет в разные стороны руки и замахнется для хлопка. Если вы нанесли недостаточное количество урона, он хлопнет в свои демонические ладоши и все умрут. Но если количество наносимого урона было достаточным, вы остановите хлопок, Орикс дернется, и в этот момент четырем игрокам, которые активировали поочередно кнопки, нужно спешить к своим платформам. Помните те черные шары, оставшиеся после смерти огров? Сейчас пора их использовать. Нужно зайти в область, очерченную вокруг этих шаров черной линией, и ждать активации. Дело в том, что эти шары – это бомбы, благодаря им вы наносите основной урон по боссу. Итак, небольшой, но важный нюанс. Заходить в область активации этих бомб необходимо синхронно. Так что для лучшего эффекта поручите одному из игроков отдавать команду, когда приступать к активации. Лучше пускай это делает игрок, бомба которого находится максимально далеко от места, где вы прерывали хлопок Орикса. Итак, четверо игроков заходят в область черного круга и внимательно следят за областью чата. После того, как в нем будет написан ваш ник, бегите на центр зала, там вас уже должен ждать игрок с куполом. Орикс по-прежнему с боковой стороны корабля со светящейся грудью. Тут вливаем максимальное количество урона. В приоритете снайперки, пулеметы, Touch of Malice. Пригодится и купол Титана на повышение урона. После нанесения достаточного количества урона произойдет вспышка. В момент этой вспышки все должны находиться под куполом. Орикс уйдет с бокового борта на центр. Теперь вам нужно убегать. Он будет кастовать бомбы. Четверо игроков будут бегать кругами вокруг своих платформ. Ни секунды не задерживайтесь на месте. Не останавливайтесь и не прыгайте. Просто бегите, гардианы. Бегите. Двое гардианов без платформ могут просто умереть на центре, сразу как Орикс начнет кастовать бомбы. Их можно будет потом быстро поднять. На хардрейде эту тактику придется изменить, и мы вам расскажем как. Также важный момент, не бегайте парами. Это непременно приведет к гибели одного из гардианов, так что держитесь на этом этапе вдалеке друг от друга. После того, как взрывы стихнут, у вас есть совсем немного времени на перезарядку и сбор патронов. После чего повторяем все то же самое. Орикс вновь подойдет к одной из кнопок и ударит по ней кулаком, создав на ней релик. Делаем все так же, как и прежде. Далее, после того, как вы снимете больше половины здоровья боссу, этап с бомбами сменится на нечто другое.
Орикс также уйдет на центр, но теперь вам нужно отойти чуть назад. На ближних к нему платформах появятся найты. Их опять убивайте как можно скорее, потому как они наносят очень большое количество урона. Затем двигайтесь ближе к Ориксу, там появится огромный купол. По бокам будут спауниться тейкены, не давайте им добраться до купола. Что касается самого купола, в него будет поочередно забирать по одному игроку. Внутри будет появляться эхо Орикса, вам необходимо его убить. Тут пригодится ульта Хантера Найтсталкера. Убивайте эхо как можно скорее, если вы не успеете, вайп. И все сначала. После убийства эхо, снова расходимся по точкам и повторяем действия с реликом. Примерно за четвертый заход, Орикс уйдет в момент, когда его уровень здоровья будет предельно близок к нулю. Тут главное не растеряться. Орикс появится на центре с открытой грудью, так что бегите заранее к месту, откуда он появился, и вливайте максимально возможное количество урона. Тогда... Да! Да, да, блядь! Умри! Но если вы не успеете, хлопок в ладоши и вайп. Поздравляем, вы прошли King's Fall. Спешите за наградой из сундука в центре зала. Если вы брали квест у Эрис, помимо обычной награды, вам выпадет материал по квесту на складку Touch of Malice, обзор на которую есть на нашем канале. На этом цикл роликов по прохождению рейда King's Fall окончен. Мы вернемся к нему с появлением хард режима, а пока вы можете наблюдать за нашим прохождением каждый вторник на нашем канале на Твиче. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу ВКонтакте. Пока!